fall into your usual place. So do we take the energy back to our solar plexus or just back into our body? The vortex enters our body through our head. Like the energy exits our body through head, it comes into our body through head. And then it just dissolves. Ты ему уточни всем, возвращение назад практически мгновенное. То есть это вот когда ты понял, что захватил эту монетку, то назад ты просто не возвращаешься, а как бы падаешь просто. Вот захват монетки и падение назад. То есть обратный путь мгновенный. Return path of the energy, vortex of the energy into your body is just like that, momentary. When you feel that you grabbed the coin, you just same moment come back and you're here. It's just one moment. You back down. Down, bow. Все, you just, your energy, this energy just falls down into you. Very quickly. Значит, еще одна деталь, которую вам нужно обязательно сделать. Это очень важное. Another еще одна важная деталь. A detail that you need to do. Частота, с которой вращается ваш этот вихрь, должна быть очень высокой. Она пронзительно высокая, как обрывающаяся струна. Вот эта тонкая пронзительная высота вот этого вот должна вихрь. Frequency of this energy vortex above your head is very high. It's like a frequency. Еще выше. Как струна обрывающаяся. То есть like приблизительно так ваша энергия должна звучать приблизительно так, как звучат вот болельщики на футболе, когда команда забивает гол. It's like frequency of soccer fans when their team scores. Вот такая вот. Вот такая вот должна быть энергия. The energy. Эта частота является решающей для того, чтобы вы захватили этот коин. Иначе вы будете его бить, а он не будет зацепляться. This high frequency is crucial to your success in getting the coin. Because otherwise you will be grabbing it, but won't be able to hold it. Значит, на втором этапе две всего важные вещи. Это первое, собрать всю энергию и потом с большой скоростью выскочить туда и поднять. Второе, поднять частоту до очень высокой ноты. Все, больше ничего не нужно. Всю энергию, очень высокая частота. And on this phase two, there are only two important items. Item one, gather all your energy. And item two, make the frequency very high. Very high. It's impossible. Very, very important. Very, very high. How do you make the frequency
how? Что она говорит? Как?